мультипликационный фильм «Бой под водой». Производство компании «Тацуноко» совместно с «Harmony Gold». Директор Фрэнк Аграмма. Продюсер Ахмед Аграмма. Сценарий и постановка Берда Элмана и Тома Вейнера. До вторжения гавийцев на землю этот городок был одним из многочисленных небольших поселений на побережье океана. Теперь он стал столицей территории земли, еще не завоеванной вражескими ордами. Боже мой, обопритесь на мое плечо. Вот, пожалуйста, сэр. Даже не верится, что только эти трущобы и уцелели после вторжения гавийцев на землю. По сравнению с местами, где они высадились, этот город просто райский уголок. Счастье, что мы не местные жители. На дне океана гавийцы нас не достанут. Да мы просто счастливчики, что мы живем на суше. Мы свободны. И к тому же ты близок к осуществлению своей мечты. Атлантида ждет, не дождется, пока ты ее не откроешь заново. А я это сделаю. Извините, сударыня. А у меня была лошадка, звали ее Билл. О, кажется, я опрокинул тележку с яблоками. Извините. Ну, давай выпьем. О, нет. Гавийцы, туши свет. Что скажешь, Бен? Не знаю, как тебе, мне больше по душе океанский ветерок. Тогда в путь. Гавийцы тщательно разработали план своего вторжения. Совершив неожиданное нападение прямо из космоса, они застали оборону Земли врасплох, и очень быстро под их контролем оказалась почти вся планета. Захват этой территории был лишь вопросом времени. И вот это время настало. В течение многих веков гавийцы порабощали одну планету за другой во всей галактике. Никто не мог противостоять их совершенной боевой технике и великолепно обученной армии. Но они побеждали не только благодаря превосходству своей технологии, но и благодаря необыкновенной преданности своему властелину, фанатику, одержимому идеей завоеваний, чье имя стало синонимом зла и насилия, безумному императору Далию. Мои подданные, я счастлив, что могу сегодня лично объявить, что беру под свою опеку вашу жалкую маленькую страну. Большая часть вашей планеты уже принадлежит мне. Воевать против императора Далия бессмысленно. Император упивается своим успехом и не подозревает, что совершает ошибку, которая в дальнейшем сыграет роковую роль. В эти минуты двум землянам удается бежать. Слушай, мы, кажется, не туда свернули. Стой! Руки вверх!
Не дай этим земляным ускользнуть. Ты случайно не захватил свой вертолет? Нет. Тогда будем прыгать. Это будет прыжочек хоть куда. Рики! Бен, как ты, цел? Рики вызывает батискаф номер три. Рики вызывает батискаф номер три. Срочно подойдите ко второму причалу. Бен, вот он. Батискаф погружается в воду и вскоре оказывается вне досягаемости орудий гавийцев. Наконец, Рики и Бен в безопасности, ведь море их дом. Уже много лет они исследуют дно океана в поисках остатков древних цивилизаций. Большинство людей, если бы за ним гнались гавийцы, потеряли бы голову от страха. Но не эти двое, потому что они были верными друзьями и не боялись никаких приключений. Рики унаследовал свою страсть к исследованиям и любовь к океану от отца и деда. Они были учеными, посвятившими свою жизнь поискам древних цивилизаций. Мой папа и дедушка все описали очень точно, Бен. Они верили, что Атлантида где-то здесь, рядом, и мы с тобой обязательно найдем ее. Даже греческий философ Платон был убежден, что Атлантида существует. Нечего меня убеждать, я уже об этом слышал. Атлантида затонула после извержения вулкана. Так? Так, Бен, но Атлантида не единственная страна с высокой культурой, которая исчезла под водой. Есть и другие континенты, которые сейчас лежат на дне Тихого или Индийского океанов. Папа и дедушка всю жизнь посвятили их поискам. Когда я надеваю водолазный костюм, я чувствую себя наверху блаженства. Что это? Двигатели отказали. Взорвались цилиндры. Сделай что-нибудь. Невозможно, кончается воздух. Я задыхаюсь. Поднимайтесь на поверхность. У нас кончается кислород. Рули отказали. Держись, Рики! Что это?
Где я? О, нет. Бен, ты цел? Отзовись. Рики, ты жив. Я думал, нам крышка. Дружище, я так рад, что ты выкарабкался. Мы на каком-то корабле. Слушай, не будут же они нас держать. Заперти. Да мы не позволим. Но мы пока не знаем, у кого мы в гостях. Да. Ничего не могу вспомнить. Давай попробуем отсюда выбраться. Эй, откройте! Успокойся. Сам успокойся, я хочу выйти отсюда. Ты думаешь, это подводная лодка гавийцев? Если это так, нам отсюда живыми не уйти, но я без боя не сдамся. Эй! Старший юноша, я счастлив видеть вас в полном здравии. Надо сказать, что я за вас тревожился. Думаю, что вам обоим нужно еще немножечко отдохнуть. Погоди, Мурзик, ты вообще кто такой? Я вам не Мурзик. Если хотите знать, я Смит. Спасибо за то, что выручили нас. Пожалуйста. Хорошо, что хоть один из вас оказался воспитанным человеком. Слушай, может, я говорю не так уж красиво, но тебе все же придется ответить на мои вопросы. Где мы? Что мы здесь делаем? И когда вернете наш корабль? Ну ладно, Мурзик, если желаешь знать, ты на подводной лодке, которая чуть побольше, чем ваша. А это военное или исследовательское судно? Милый юноша, не кажется ли вам, что вы заходите слишком далеко, задавая подобные вопросы? Не сердитесь на него. Вопрос законный. Добро пожаловать на Наутилус. Это атомная подводная лодка, которая принадлежит моему отцу. Голубушка, я безумно рад с вами познакомиться. Надеюсь, что когда я вернусь на свою лодку, вы придете к нам в гости. Да, по-моему, ей нравятся только умные люди. Что? Не стоит так волноваться. Спасибо вам большое, что вы спасли нас. Кстати, меня зовут Рики. Рада познакомиться. А я Софья. Софья, может быть, вы скажете, что случилось с нашим кораблем? Пойдемте со мной. Если не возражаете, я удалюсь. А в каком из океанов Нептуна мы находимся? Что если это ловушка? Сюда, пожалуйста. Ой, дружище, мы снова будь тут дома, и корабль выглядит неплохо. Поздороваемся с ним. Взгляни, Бен, его починили. Отлично, а что внутри? Давай посмотрим. Софи, огромное вам спасибо. Корабль выглядит просто потрясающе. А моя команда в порядке? Да, Рики, не беспокойся, все живы и здоровы. Я проверю. Мисс София, мы закончили внутренний ремонт. Будут ли еще распоряжения? А, капитан Рики, как жизнь, капитан? Это ты, акулья твоя душа. Рад, что у тебя все в порядке, старина. Мы боялись, что ты погиб. Нет, мы не погибли. Разве мы могли бросить судно? Как я счастлив, что снова вижу вас, ребята. Эй, Рики, похоже, все в лучшем виде. Давай-ка двигаться в дорогу. Время не ждет. Не можем же мы уйти, не сказав спасибо хозяину. Рики, забудьте о моем отце и возьмите меня с собой. Ты шутишь? Нет, Рики, так не шутят. Пожалуйста, отправимся поскорее. Пожалуйста. Ладно. Пойдем с нами. Спасибо, Рики. Только поскорее. Ладно, София. Идем. Эй, Рики, погоди, Бен, я иду. Стой, где стоишь, парень. София, что здесь происходит? Ремонт закончен. И ты решила, что мы их так просто отпустим? Ребят, по-моему, с нас хватит. Чем скорее мы отсюда смоемся, тем лучше. Я капитан Немо, хозяин этого корабля. Вы на его борту, и я не позволю вам уйти. Что это значит? Папа, прошу тебя, и ты никуда не уйдешь. Погодите, Немо, вы хотите сказать, что мы заложники?
капитан Немо. И пока вы у меня на службе, вам придется проявить ко мне то уважение, которого я заслуживаю, как капитан этого корабля. Если вы будете выполнять свои обязанности, то будете пользоваться на Наутилусе свободой. Нет, будете сидеть в трюме. Что? Пойди сюда, София. Прощайте. Подождите. Вы не смеете так со мной поступать. Я тоже офицер флота. Пошли. Папа, пожалуйста. Постерегитесь, капитан. Я пленником быть не желаю. Атомную подводную лодку Наутилус сконструировал сам Немо. Это было единственное судно на Земле, оснащение которого не уступало гавийским. Глубина 100 метров. Скорость 30 узлов. Двигатели запущены. Системы включены, капитан. Держитесь этого курса. Рикки успокоился и принял условия капитана Немо, но Бен, упрямый и независимый по натуре, сдерживался с трудом. Я этому Немо устрою. Бен, угомонись. Как это угомонись, когда этот тип нас завлек в ловушку, да еще заставил носить тюремную робу? В этом есть и свои положительные стороны. На Наутилусе масса интересных вещей, которые стоит изучить. Не надо принимать все близко к сердцу. Наслаждайся лучше жизнью. Хватит-то. Это ты хочешь тут поразвлечься с Софией? А куда ты собрался? Ну, если нам предоставлена свобода, то я пошел на экскурсию. Ядерный генератор. Никогда не видел такой махины на судне. Торпедный аппарат. Ракетная установка. Ничего себе. А это, наверное, вычислительный центр, куда стекаются все данные. А здесь капитан Немо хранит свои торпеды и ракеты. Это самый большой подводный корабль из тех, что я когда-либо видел. Извините, что я без стука, София. Я услышал музыку, и мне показалось, что это играла ты. Пожалуйста, простите моего отца. Сейчас вы здесь в плену, так же, как и я. И мне даже чуть жаль, что я вас спасла. Да, ты хотела сбежать. Мы не очень торопились. И отец все узнал. Я понимаю, мне отсюда не выбраться. Но ведь судно принадлежит твоему отцу, правда? Я хочу уйти, найти мою маму. Ведь я даже не знаю, где она. Ты сказал найти маму, значит, у капитана Немо есть дом на берегу? Нет, думаю, никакого дома у него нет. Но моя мама где-то на суше, а отец не позволяет мне искать ее. Он уже целый год держит меня здесь. Бедная моя мамочка. София, расскажи мне, что же произошло. Я выросла в деревеньке у подножья Альпийских гор. Жизнь была прекрасна там, вблизи вершин со снежными шапками. У меня были друзья, и мы часто играли с ними вместе. Но отец там никогда не жил. Когда я спрашивала о нем, мама всегда становилась очень грустной. Раз или два в год он приезжал меня повидать, но сразу же отправлялся в обратный путь. Я не знала, куда он уезжает, чем занимается. Мне говорили, что отец занят какими-то важными исследованиями. Год назад мама куда-то уехала. Мне она сказала, что должна найти отца. Я испугалась. А 10 дней спустя отец приехал, забрал меня с собой. Я умоляла его подождать, пока вернется мама. София!
Дождись меня. Софья! Отец сказал мне только, что когда-нибудь я снова увижу маму. Теперь я плаваю с ним, и он не разрешает мне отлучаться с корабля. А когда я спрашиваю про маму, он сердится, это ужасно. Ну вот, теперь ты все знаешь. Да, но тебе все равно повезло. Вот моя мама умерла, когда я еще был грудным ребенком, я ее совсем не помню. А отец, он все время проводил под водой, занимаясь исследованиями в океане. Да, я знаю. Ты скоро увидишь свою маму, Софья. Не теряй надежды. Мне так тяжело. Ты любишь маму, и она тебя любит. Мир не так уж велик, так что рано или поздно ты ее найдешь. Ох, Рики, я хотел бы поскорее. Я так скучаю без нее. Я понимаю. Доверься мне, и мы найдем ее. И ты мне поможешь, Рики? Клянусь. Вот и фирменные блюда нашего ресторана. То есть я хотел сказать судно, то есть подводные лодки. Ну и повар. Да, капитан. Черепаховый суп и плавники акулы под маринадом. Пожалуйста, друзья, угощайтесь. Спасибо за угощение, капитан Немо. Так вы вернете нам наш корабль или нет? Вы путешествовали под водой на своем корабле, а сейчас путешествуете на моем. Какая разница? Но там я был свободен, я вел исследование, искал Атлантиду. Надо же. Я тоже ищу остатки древних цивилизаций. Какое совпадение? Это правда. Что скажешь, Софья? Да, он искал на дне Индийского океана континент под названием Ламлия. Это точно. Когда мы направлялись к Атлантиде, мы встретили ваш корабль «Батискаф». Хороший маленький кораблик. Но «Наутилус» оснащен лучше и больше подходит для таких исследований. Разве не так, Рики? Рад, что у нас есть какое-то общее дело. Ну так что же, поможешь мне? Конечно, помогу. Но только как партнер, а не как пленник. Вот и хорошо. Я знаю, вы нравитесь моей дочери, ей будет с вами веселее. Если уж вы об этом заговорили, почему же вы не позволяете бедной девочке навестить мать? А кто вас уполномочил совать нос в дела моей семьи? Ну что она так печалится? Ох! Что это? Боже мой, Бен! Ты сам что-то опечалился. Рики и Софья были очень счастливы, ведь у них почти никогда не было друзей их возраста. Радость обретенной дружбы ненадолго позволила им забыть о своих бедах, но вскоре они напомнили о себе. Срочно сообщите обо всем капитану Немо. Взгляни, сколько вокруг подводных лодок, принадлежащих галийцам. Они нас окружили, поплыли. Дурак! Что это вас так разозлило? Я вам 100 раз говорил, что вы не покидали корабль. Папа!
Вы не послушались и нарушили данное мне обещание. Напрасно я поверил вам. А теперь работать. Все по местам. Все в порядке, Рики? Да, все нормально, Софья. Только твой отец рассердился на меня больше, чем я ожидал. Я почувствовал себя мальчишкой. Капитан, я слушаю вас. Слева по борту в 10 километрах обнаружена атомная подводная лодка. Это подводная лодка «Горица». Она идет на перехват нашего корабля. Это случится через 10 минут. Капитан, что же делать? Приготовить ракеты к запуску. Отставить. Разве мы не будем драться, капитан? Нет, приготовиться к погружению. Капитан, это ответственная минута. Если мы не остановим сейчас гавийцев, они захватят океан, как захватили сушу. Молчать, капитан, здесь я. Но почему? Почему мы не вступим с ними в бой? У капитана Немо есть серьезные причины уклоняться от боя с противником. Его вооружение не уступает вооружению гавийцев, но у них достаточно кораблей, чтобы окружить Наутилус и уничтожить его, атакуя одновременно со всех сторон. Если Немо удастся избежать боя, Наутилус будет в безопасности. Он сможет продолжить борьбу против гавийцев, чтобы покончить с ними раз и навсегда. Всю свою жизнь Немо мечтал найти источник энергии такой мощности, который, согласно легенде, сможет однажды изменить судьбу Земли. Немо убежден, что источник такой энергии существует, и если он овладеет им, то он сможет победить гавийцев. В этом плане Наутилусу отводится важная роль. Вот почему Немо хочет сохранить его любой ценой. И хотя гавийцы непрерывно атакуют Наутилус, торпеды их небольших подводных лодок бессильны против него. К счастью, более мощные гавийские боевые корабли, чьи тяжелые орудия могли бы уничтожить Наутилус, заняты в другом районе. Они окружили нас, они стреляют в нас. У нас нет другого выхода, как только сражаться с ними. Немо знает, что Рикки непременно бы вступил в бой. Но у него есть свой план. Великолепный навигатор, он искусно использует неровности океанского дна для того, чтобы скрыться от преследования гавийцев. Убедившись, что Наутилус в безопасности, Немо приказывает подняться на поверхность. Свежий воздух и блеск заходящего солнца для всех лучше всякого лекарства. Теперь Рикки начинает понимать, как глубока любовь Немо к океану. Пока ты путешествуешь по морям, Рикки, ты не должен забывать, что у океана есть душа, как у тебя и у меня. Это свой собственный мир, в котором существуют разные формы жизни. Как и человек, океан бывает настроен по-разному. Сегодня он счастлив и словно обнимает солнце. Может быть, завтра он будет сердит и зол. Нужно принимать море таким, какое оно есть. Приготовиться к погружению. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Глубина 26, 28, 30, 33. Хорошо, идти на глубине 50 сажений. Отлично, продолжать движение на скорости 20 узлов. Капитан, взгляните, там как будто дорога.
Кто же построил эти дороги на дне океана? И когда? Это океан сам их построил, осадочные слои. Разве тебе не ясно, Рикки? Океан безграничен. Геологические тайны, животные, более удивительные, нежели те, что может представить себе писатель, и погребенные под водой цивилизации, подобные той, что мы ищем, и которые могут много рассказать о прошлом и о будущем. Мне хочется спросить вас, капитан, где вы обучились всему этому? И как построили этот прекрасный корабль «Наутилус»? Тебе незачем это знать, Рикки. Что происходит, капитан? Включить аварийное освещение. Центральный пост вызывает капитана Немо. Сообщите о состоянии корабля. Все навигационные системы отказали, капитан. Пытаюсь выяснить причину, но ничего не получается. Продолжайте работу. Если мы не исправим повреждения, то течение бросит нас на скалы, капитан. Пусть все техники займутся поиском неисправностей. Что с нами будет, капитан? Ты слышал рулевого, Рикки. Если мы не исправим повреждения, будем дрейфовать в океане. Нужно найти Софию. Что же теперь, Рикки? Нас несет на скалы. Может быть, я уже не увижу маму. Не волнуйся, пожалуйста. Капитан Немо спасет нас. Отец? Не думаю. Сомневаюсь, что он когда-либо любил маму. Конечно, любил Софию. Может быть, он просто не знал, как это высказать. Тилус несет по течению. Немо и его команда отчаянно пытаются стабилизировать лодку. И им удается предотвратить ее крушение, но она сильно повреждена от ударов о скалы. Наконец, опасность миновала, но причина выхода Наутилуса из-под контроля остается загадкой. Мы примерно здесь, около острова Пуэрто-Рико, на континентальном шельфе Северной Америки. Капитан, в этом районе нет геологических образований, которые могли бы вызвать магнитные помехи такой силы. Не верится, что они имели естественный характер. Видимо, это были электронные помехи. Я тоже так думаю. Кто-то хочет вывести Наутилус из строя. Эй, взгляните сюда! Что это? Смотрите! Кислородная система, подводные пирсы. Капитан, это полностью автономная подводная база. Это станция гавийцев. Теперь нам от них не уйти. Готовьте торпеды. Подождите, капитан. Мы ведь не знаем, принадлежит ли эта база именно гавийцам. Нельзя стрелять, пока мы не будем знать точно. Рикки, Бен, я запрещаю вам покидать корабль. Если Рикки и Бен окажутся в опасности, будет ли Немо рисковать Наутилусом? Ведь это могут быть люди, которые сбежали от гавийцев и спрятались в океане. Ты посмотри, что это за база. Никогда не видел ничего подобного. Давай посмотрим. Хорошо, давай. Не похоже, что эта делегация пришла поприветствовать нас. Что это за чудовище? Рикки и Бен решили побольше разузнать о таинственной подводной базе. Вскоре они обнаружили вход в гигантскую установку. Кто бы они ни были, настроены они, похоже, не очень дружелюбно. Не спешите, мы вас ждем. Нет смысла шуметь. Вам отсюда не выбраться. В лабораторию.
Приступайте сейчас же. Где мы, черт возьми? Что вы со мной делаете? Мы будем проводить эксперимент. Эксперимент? Видите ли, наш император Дали мечтает о том, чтобы люди когда-нибудь смогли существовать под водой без кислорода. Я надеюсь, что вам повезет больше, чем тем, кто оказался здесь раньше вас. Джонсон, не теряйте времени. Слава всемогущему императору Далию! Да здравствует его растущая империя! И вы еще смеете называть себя ученым? Ты, старая пробирка, продался галлийцам. Я знаю, что вы оба прибыли сюда на атомной подводной лодке, верно? Скажите мне правду. От меня вы ничего не узнаете. Выслушайте меня. Я мечтаю сбежать отсюда. Вы возьмете меня с собой на корабль. Почему мы должны вам верить? Доверьтесь мне. Меня зовут Джонсон. Я американский биолог. Ковийцы похитили меня и привезли сюда, чтобы я против своей воли проводил эксперименты на людях. Значит, вы должны знать все входы и выходы на этой базе, доктор Джонсон? Конечно. О, нет! Джонсон, я заметил перемену в вашем поведении. Если эти два поросенка так вам дороги, вы умрете вместе с ними. Ну вот, Бен, ты ко всему готов? Живым я не дамся. Что же это? Немо появился в критический момент. Так как Рики и Бен находились внутри, он не рискнул использовать торпеды, и Наутилус пошел на таран подводной базы. София, я просто без сил. Нет. Что же делать, доктор? Видно, беднягам здорово досталось. Рики и Бен были спасены, но Немо продолжает штурм. Наконец, оставшиеся в живых говийцы пришли в себя и начали ответную атаку на Наутилуса. градусов вправо руля. Готовьте к бою ядерную пушку. Рики, ты цел? Наутилус спас меня, капитан. Спасибо. Благодарите Софию, а не меня. Это она настояла, чтобы я спас вас троих. Кстати, кто этот человек, которого вы взяли с собой? Американский ученый по имени Джонсон. Галлийцы похитили его и заставили проводить эксперименты на людях. Ты говоришь, ученый? Пожалуйста, помогите ему, капитан Немо. Он может остаться на тех же условиях, что и вы. После того, как вы разрушили генератор магнитных помех, все приборы Наутилуса работают нормально. Галлийцы не успокоятся, пока нас не поймают.
Нам нужно двигаться на максимальной скорости, затонувшему континенту Муо. Если мы доберемся туда быстро, то... А что там спрятано, капитан? Да так, ничего особенного. Но, капитан... Что это с Джонсоном? Эй, Мурзик, что это с ним? У бедняги есть сильный шок, утомление, возможно, амнезия, потеря памяти. Как это ужасно. В то время как Наутилус продолжает поиски затонувшего континента Мо, империя гавийцев становится все могущественнее с каждым часом. Власть императора Далия укрепляется, и уже земля изменилась до неузнаваемости. Командованию гавийцев не до отдыха. Император вне себя, потому что его желание добиться полного господства все еще не осуществилось. Праздновать победу он будет только тогда, когда Немо и его корабль будут уничтожены. Я больше не желаю ничего слышать. Я император Дали, и пока Немо жив, власть моя над миром остается неполной. Да, сэр. Немо сейчас в южной части Атлантического океана. Его корабль движется к мысу Горн, а потом выйдет в Тихий океан. Значит, мои подозрения были верны. Надо его поймать до того, как он найдет затонувший континент. Есть, владыка Дали. Немо единственный человек в этом мире, который осмелился бросить вызов императору Дали. Но ничто не сможет помешать мне окончательно завоевать землю. Я убью Немо, я буду всевластен. Слава императору Далию! Вас зовут Джонсон. А вы... Не могу вспомнить. Что это с вами? У меня словно молоточки в голове. Успокойтесь, доктор Джонсон. Позаботься о нем, Рики. Доктор Джонсон, вы, кажется, знаете капитана Немо. Немо, Немо. Бен, ты сошел с ума. Значит, я читал в учебнике по психологии, что сильный шок может вернуть память. Я и не подозревал, что ты умеешь читать. Ладно, а как же ты предлагаешь лечить его, Мурзик? Если бы я знал, то был бы лауреатом Нобелевской премии. Существует тысячи видов амнезии. Даже не знаешь, с чего начать. Наутилус был серьезно поврежден. Снаряды гавийцев, штурм подводной базы, удары об океанские скалы нанесли ему тяжелый урон. Немо поднял корабль на поверхность и лег в дрейф у небольшого острова. Водолазам было поручено осмотреть Наутилус и произвести необходимый ремонт. Это серьезно? Да, худо дело. Быстро все исправьте, мы почти у цели. Есть, капитан! Погодите, куда это вы собрались? Я просто хочу прогуляться. Прогулка по суше пойдет на пользу Джонсону. Может быть, и память у него восстановится. Верно, давай, пошли. Стойте, вернитесь. Я говорил вам, нельзя выходить на берег. Вернитесь, вы не посмеете меня ослушаться. Отец, пожалуйста, дай им отдохнуть от корабля. Им ничего не угрожает, и я могу понять, как они в этом нуждаются. И мне тоже хотелось бы почувствовать землю под ногами.
А вот это жизнь. Эй, а что это там в небе? И движется в нашу сторону. Гавийцы! Прячьтесь быстрее. Ну вот. Нельзя погружаться без Рики. Нельзя. Мне срочно требуется информация о ходе ремонта. Рики! Ныряйте! Больше медлить нельзя. Как долго еще продлится ремонт? Мы закончили чинить электропроводку, сэр. Смотри, папа! Ремонт закончен, капитан. Хорошо, отправляйтесь и доставьте раненых на борт корабля. Я могу. Кок, милый, все выберись из силы. Я рад хоть чем-нибудь помочь. Его убили. Это Кок. Поднимай его, Рики. Ну вот, все вернулись с прогулки, можно и погружаться. Все были потрясены гибелью Кока, храброго человека, пожертвовавшего жизнью ради своих товарищей. Его похоронили на дне океана, как героя. И все, кто знал его, никогда не забудут его. Кок, простите нас. Все из-за того, что мы отправились на остров. Я никогда не забуду, какие вкусные были водоросли под устричным соусом. Прощайте, Кок. А что это? Смотрите. Это настоящее кладбище. Только посмотри, какой красивый крест. Странно, однако, надписи на табличке нет. Капитан, а чья это могила? Нам пора идти. Вы ведь знаете, кто здесь похоронен? Ты все придумываешь. Пойдем. Ну, папа, мы возвращаемся на корабль. Насколько я знаю, гавийцев им понадобится не так уж много времени, чтобы нас настичь. Папа, мне кажется... Гавийцы приближались. Они были опасны как никогда, потому что к их флоту присоединился гигантский корабль, флагманский корабль императора Далия. Сообщение от нашего шпиона на Наутилусе. Курс северо-северо-запад. Значит, Немо торопится достигнуть континента Муо. Я буду преследовать его по всему миру. Надо настичь Наутилус до того, как он подойдет к развалинам. Слушай, сэр. Мы почти у цели. Капитан, корабль должен идти на полной скорости, пока мы не подойдем к древним источникам энергии. Мы обнаружили Наутилус, Ваше Величество, расстояние 2000 метров. Готовьте торпеды.
Торпеды к бою! Попали в переделку. Со всех сторон. По-моему, он начинает что-то вспоминать. Да. Приготовьтесь вести огонь. Эй, Рики! Что вам нужно? Бен! Я вспомнил вас, капитан Немо. Как же я мог забыть то, что вы натворили? Я? Бой вернул Джонсону память. Неужели? Я все вспомнил. Великий председатель Немо, глава Академии наук гавийцев. Что он говорит? Я его знаю, Немо. Вы изобрели для них все это страшное оружие. Это неправда. Он был счастлив, что сделал столько зла. Я работал у него в подчинении. Это была его идея проводить опыты на людях. Он ведь лжет, правда, отец? Погодите, Джонсон, если капитан Немо на стороне гавийцев, то зачем они нас преследуют? Немо покинул свой пост. Он предал гавийцев и сбежал. Да, это было примерно год назад. В Академии наук гавийцев появилась какая-то очень красивая женщина. Она сказала, что она жена председателя Немо. Мама говорила, что отправляется искать отца. Я был рядом и слышал, как она упрашивала его вернуться домой ради дочери. Бедная моя мамочка. Я помню, как ей хотелось вернуть отца домой. Но император Дали не собирался отпускать самого талантливого из своих ученых. Он приказал Немо остаться. Дорогой, давай уйдем отсюда вместе. Хватайте ее. Отпустите меня. Дорогой мой. Охранники забрали ее. Я думаю, ее бросят в тюрьму. Не надо, боже мой, нет! Твоя мать пожертвовала жизнью ради моего спасения. Вот на чьей могиле был крест под водой. Только когда они хладнокровно убили твою мать, я понял, что совершил ужасную ошибку. Но маму уже не вернуть. Сочувствую. Софья, я понимаю тебя. Неудивительно, что вы ненавидите гавийцев. Я изобрел оружие для них, и я знаю, каким разрушительным действием оно обладает. Поэтому я отступаю без боя, когда вижу их. Значит, Наутилусу никак с ними не справиться? С тем оснащением, которое у него сейчас, Наутилус ничего не сделает. Но послушайте, мы движемся к исключительно мощному источнику энергии. В моей ядерной печи это вещество будет в несколько раз продуктивнее урана. Мы найдем это вещество здесь, и оно нас спасет. При взрыве его когда-то затонул целый континент. Софья, прости, что я до сих пор не говорил тебе правду. Мне было стыдно за себя. Я хотел сначала добраться до древнего источника энергии и отомстить за смерть твоей матери. Что?
Что ж, я выхожу из игры. Я не могу сотрудничать с человеком, который работал на гавийцев. Но, Бен, послушай-ка, ты только подумай, Рикки. Этот человек дал им в руки оружие, чтобы они уничтожали наш мир. Мне просто противно смотреть на него. Подождите меня. Бен, вернись. Я тоже не желаю здесь оставаться. Подождите, Бен, я иду с вами. Софья. Нет. Оставь меня в покое. Бен и доктор Джонсон покинули Наутилус. Софью же Рикки удалось уговорить остаться. Софья, я знаю, тебе нелегко простить отца, но ты постарайся. Он ведет этот бой, чтобы отомстить за твою мать. Да, я понимаю. Уплывая на батискафе, Бен не знает, что его уход с Наутилуса сыграет решающую роль и в его жизни, и в жизни планеты Земля. Вспомни, какую красивую могилу он сделал для нее под водой. Твой отец единственный, кто еще воюет против гавийцев, и он благородный человек. Ведь он признал, что был неправ. Он очень любил твою мать. Приготовьте установки к залпу. Учу его. Приготовьте к запуску подводные истребители. Попался, Немо. Правый двигательный отсек полностью затоплен водой. Компьютер загорелся. Что? Осторожно! Капитан, корабль практически потерял управление. Нет, Рикки, рули еще действуют. Взгляни-ка сюда. Куда? Мы первые люди на Земле, которые увидели затонувший континент Муо. Мы у цели. Потрясающе. Эта цивилизация оказалась на морском дне многие тысячи лет назад. Даже не верится, что я наконец вижу ее. Мой отец и дедушка всю жизнь посвятили поискам этого континента.
Видишь это свечение, Рики? Это таинственное вещество даст нам силу, чтобы справиться с Далием. Когда-то при его взрыве затонул континент. Теперь мы выиграем сражение. Но сначала нужно поднять немного этого вещества на борт корабля. Нужно спешить. Неужели здесь, в царстве Нептуна? Бен, я просто не могу поверить глазам. Это та самая цивилизация, которую искали вы с Рики. Немо утверждал, что она существует, а я ему не верил. Великая страна погибла, потому что не знала, как использовать эту энергию. Что ты имеешь в виду? Они использовали энергию во вред себе и взорвались. Не смогли найти ей мирное применение, и страна погрузилась в океан. Если бы Рики мог это видеть... Этот упрямец сейчас, наверное, в тюрьме. Джонсон! Рики, мы сделали самое удивительное открытие. Под нами, в этом городе, спрятан древний источник энергии. Значит, это правда. София, тебе надо покинуть корабль. Я не брошу тебя. Наутилус не продержится долго. Спасайся, уходи вместе с Рики. Пойдем с нами. Но, папа, как жаль, что эту цивилизацию постигла такая участь. Она уничтожена собственным изобретением. Я тоже так умру. Выполни мою последнюю волю. Я хотел бы умереть на моем Наутилусе, и чтобы мое тело покоилось рядом с моей дорогой женой. Похорони меня около нее. Осторожно! Всем покинуть корабль. Рики. Наутилус может затонуть в любой момент. Рики? Да, сэр. Позаботься о Софии. Не беспокойтесь, капитан. Я не оставлю тебя. София, я счастлив, что ты была со мной, когда я больше всего в тебе нуждался. Но теперь тебе надо уходить. Я люблю тебя. Папа! А теперь уходите оба. Быстро! Мы тонем. Скорее, бегите. Что ж, София, пойдем. Нет. Пойдем, Бен. Я люблю тебя. Даже наша лодка-малютка не сможет проскользнуть незамеченной мимо радаров гавийцев. Да, они гонятся за нами, но не все еще потеряно. У меня есть одна идея. Ты не сможешь уйти от них. Но ведь мы здесь, чтобы воспользоваться источником древней энергии.
С помощью механической руки батискафа Рики осторожно захватывает одну из неразорвавшихся торпед. Затем он покидает корабль, чтобы, укрепив часовой механизм на поверхности торпеды, превратить ее в бомбу замедленного действия. Время на исходе. Рики знает, что для того, чтобы его план сработал, их корабль не должен быть захвачен еще в течение нескольких минут, иначе он и его друзья окажутся в собственной ловушке. Джонсон нас окружает плотным кольцом. Гони на предельной скорости. Нельзя, Рики свалится с корпуса лодки. Быстрей! Порядок. Погружаемся. Бен, полную скорость. Корабль Гавийцев гораздо мощнее, но Рики и его друзьям удалось выиграть несколько драгоценных секунд благодаря маневренности батискафа. Рики осторожно опускает смертоносный груз. В результате взрыва начнется цепная реакция, и высвободится энергия необычайной силы. Когда-то подобный взрыв привел к гибели целого континента. Это был континент Муо. Не упустите их! Так вот он, источник огромной энергии. Порядок. Держитесь. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Смел напасть на мой флагманский корабль. Помогите! Древний источник энергии! Итак, жестокий император Дали, диктатор, мечтавший поработить народы Земли, был уничтожен. Софи, мы победили. Мы уничтожили императора Гавийцев. Капитан Немо, вы отомщены. Что это? Рики. Привет, София. Хотя с гавийцами было покончено, положение оставалось опасным. Каковы будут последствия взрыва такой разрушительной силы для батискафа? Джонсон, вы живы? Где вы? Я цел, тут я. Только взгляни на себя, да ты просто заморашка. Ну, а на тебя посмотреть, просто балерина, да и только. Oh.
Стойкий экипаж выдержал и это испытание, и вскоре разъяренное море вновь стало спокойным. Океан безграничен. Геологические тайны, странные животные и древние руины на дне. И пока вы путешествуете в океане, не надо забывать, что у океана есть душа, такая же, как у вас и у меня. Как и человек, океан может быть настроен по-разному. Надо принимать море таким, какое оно есть. У него самая большая душа на нашей планете. Как Немо понимал душу океана и принимал его таким, какой он есть, так теперь великий океан принял его душу. Немо пожертвовал собой ради своих друзей и ради своей планеты. И хотя жизнь его была трагичной, удары судьбы не сломили его дух, всегда стремившийся к победе. Он сам выбрал себе смерть и своей смертью спас целую планету от порабощения. Потеряв своего императора, гавийцы не смогли противостоять силам сопротивления Земли и поспешили вернуться в космос, чтобы никогда больше не возвращаться. А мы, земляне, еще раз убедились в том, как это было уже не раз в истории, что самое главное сокровище, которым обладает человечество и которое должен оберегать и защищать каждый человек на Земле, это свобода. Freedom.